Тот, кто ежедневно стоит на страже правопорядка, в нашем понимании должен обладать такими непременными качествами, как отвага, желание и умение помогать другим и, конечно же, гуманизм. А возможно ли все это запечатлеть на рисунке? Конечно. В Щелковской художественной школе состоялось награждение юных талантов от 7 до 16 лет за лучшие творческие работы в виде рисунков на тему «На страже правопорядка». Авторов произведений в художественном замысле не ограничивали. Они вольны были изображать на своих картинах самые разнообразные сцены из жизни сотрудников полиции. Посмотрите, какие на работах красивые лица сотрудников, правда? Дело в том, что говорит о том, что ребята именно такими видят сотрудников полиции. Благородными, красивыми, которые стоят на страже правопорядка. Приятно был удивлен выставкой. Это как показатель того, что дети видят полицию. Во многом большинство рисунков, они реальные, они отображают реальную работу каждодневную. Значит, дети видят полицию и оценивают ее, понимание положительно. В выставке приняло участие 60 человек. Это учащиеся школы и учреждения дополнительного образования Щелковского района. Награждение проходило по трем возрастным группам – младшая, средняя и старшая. Жюри оценивало исполнительское мастерство, самостоятельность выполнения работы, оригинальность рисунка и другое. Я решила изобразить на этом рисунке, как преступник ограбил банк, а рабочие стоят в панике рядом, а вот полиция выводит одного из этих преступников. Вот. Это все раскрасило гелевой ручкой. Ну, получилось очень красиво. Ну, я не думала, что получится, что будет такой успех. Выставка «На страже правопорядка» проводится с 2011 года. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».